Никогда не пробовали банановую выпечку? Что ж, самое время узнать, как приготовить банановый пирог крошка, очень нежный и ароматный, с хрустящей сахарной корочкой и крошкой. Пирог получается очень большим, так что можете смело делить количество ингредиентов пополам, если не планируете угощать много друзей. Бананы лучше всего брать средней спелости, а измельчить их можно как вилкой, так и блендером. Не пугайтесь, что готовая выпечка выглядит слегка темной, это особенность теста с бананами. Обязательно приготовьте кондитерскую крошку, штрезель. Она создает на пироге аппетитную хрустящую корочку. Мука, 570 грамм, 320 граммов в тесто, 250 граммов для крошки. Масло сливочное, 260 грамм, 60 граммов в тесто, 200 граммов для крошки. Сахар, 520 грамм, 270 граммов в тесто, 250 граммов для крошки. Ванильный сахар, 10 грамм. Бананы, 3 штуки. Разрыхлитель, 3 чайных ложки. Соль, 1 чайная ложка. Яйцо 2 штуки. Молоко, 250 мл. Количество порций, 6.1. Приготовьте тесто миксером, взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной белой массы. Бананы измельчите вилкой или блендером и добавьте к яичной массе. 2. Добавьте растопленное и слегка остывшее сливочное масло. Чередуя, добавьте в несколько приемов муку с разрыхлителем и молоко. 3. Приготовьте крошку, муку с сахаром перетрите руками со сливочным маслом до состояния крошки. Форму размером 24 на 24 см выстелите пергаменом и распределите в ней половину теста. 4. Сверху распределите половину крошки, затем снова тесто и крошка. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 1 час. Остудите полностью. Приятного аппетита!